Поэты и певцы сегодня признавались в любви родному городу. Они участвовали в творческом конкурсе, который прошел в городском саду. Участники исполнили около полусотни вокальных произведений и прочли более двух десятков стихотворений. Выступали в четырех номинациях – авторская песня, лучшие стихи и аранжировка, а также сольное и хоровое исполнение. Идея «Воспеть Краснодар» объединила участников самого разного возраста – от четырехлетних малышей до ветеранов Великой Отечественной войны. Рядом со сценой проходила выставка картин. Ее подготовили ученики художественной школы имени Пташинского.